Татьяна Евгеньевна Никитина, дочь легендарного врача Евгения Чучкалова, открывшего целебные свойства минеральной воды «Волжанка», никогда не хотела быть в тени своего знаменитого отца. Амбициозность и активность помогли 25-летней выпускнице Казанской государственной консерватории стать самым молодым в Советском Союзе директором детской школы искусств, главной в те годы в Ульяновской области. Но самая важная глава в ее жизни началась в 1996 году, когда Татьяна Евгеньевна практически на ровном месте создала и возглавила в главном вузе Ульяновска непрофильный для классического университета факультет культуры и искусства. Ее усилиями на сегодняшний день труппа симбирской драмы на 80% состоит из выпускников Ульяновского госуниверситета. А Ульяновский ТЮЗ и вовсе именно заслуженному работнику культуры России Никитиной обязан своим рождением. Творческие люди, они, как правило, у них легкий хаос. Я побыла в Строгановке на ученом совете. Я пришла в ужас, честно говоря, в свое время. И больше не пыталась туда. Но это творческие люди, у которых нет тормозов. Сергей Борисович Петров в одном из последних прижизненных интервью то ли в шутку, то ли всерьез сказал: «Министр культуры – это я». Во всяком случае, камертоном и совестью региональной культуры он был без преувеличения. Обнаружение могилы дяди Владимира Высоцкого на Старом Ульяновском кладбище, борьба против памятника полицейскому у детской библиотеки или появление памятного лермонтовского знака в Ульяновске или даже объявление областного центра родиной Колобка. Ни одно из знаковых в регионе событий не обходилось без участия Петрова. Именно он возвращал потомков Карамзина, Гончарова или потомственных дворян Глинок на малую родину. Что бы я ни сделал в этом городе, не предложил бы поставить памятник букве «Ё», диван Обломова или памятник Халяве, или еще что-нибудь в таком духе, или, скажем, объявить сингелибриной столицей Поволжья, это всегда встречает сопротивление. Ребят, ну вы предложите что-нибудь свое. Не просто так сидите в окопе и говорите: «Нельзя, нельзя, 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 не трогай, не вноси ничего, не предлагай». И при этом вы ругаете наш край и говорите: «А вы знаете, в этом городе никому ничего не нужно. Ну, посмотрите на меня, вот мне нужно».